Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас на установке вот такой 56-й финик. Будет ставиться вот такая магнитола взамен вот этой магнитолы с вот такой консолью подключения. Три типа проводки. Два мы убрали в сторону. Покажем, какая проводка используется. Используется проводка следующего типа. Вот с такими разъемами. Основной системный разъем. Машина с усилителем, поэтому провода, которые силовые на динамике, отключаются и, соответственно, подключаются у нас вот сюда. Сейчас покажу. Одну секунду. Покажу, куда. Тут. Вот они подключаются вот сюда. Что было сделано нами? Звук выключался через 15 секунд после запуска магнитолы. Мы, соответственно, вот этот провод, это провод АМП. Вот, помимо силовых проводов на динамик, вот этот розовый провод мы подключили на АЦЦ, потому что с родного, вот он вот здесь, через 15 секунд напряжение просаживалось. Это провод камеры, вот видим, выглядит вот так вот. Соответственно, он есть такой же разъем вот здесь вот. Его мы не используем, потому что провод камеры здесь запинован неправильно. Используется вот этот провод. Далее, провод с коншиной. Вот используется вот такой. Обратите внимание на цвета проводов. Выглядит это все вот так. Далее, что еще? Вот здесь вот спрятан блок климата. Клиент приехал, пытался установить сам. Климат у него не заработал по этой причине. Вот он, этот блок климата, он был привернут к родному монитору, мы его открутили, спрятали вот здесь вот. Ну и, собственно говоря, вот такой вот комблок получается, вот так вот он соединяется. Этот провод соединяется в саму магнитолу, в панель с климатом. Вот, собственно говоря, все подключение. Сейчас мы покажем, как все это выглядит в работе. В результате установленное устройство выглядит вот так. Видим, что можем управлять климатом, включать-выключать кондиционер, менять температуру левого и правого пассажира. Можем включить и выключить режим дуал, включить-выключить рециркуляцию. Можем изменять направление потоков воздуха. Можем включить максимальный обдув лобового. Можем включить режим обогрева заднего стекла, работает аварийка, работают кнопки на руле. Купить, к сожалению, данное оборудование у нас не представляется возможным. Установить на Горбунову 12А Are you welcome?